Всем привет, с вами Роллинг Мото, и сегодня хотим поднять очень важную тему в мире мотоспорта. Это безопасность при управлении эндуро-мотоциклом. Поговорим о защите, а точнее о качественных коленных брейсах. Итак, в нашем обзоре надежные, не имеющие аналогов, современные наколенники Asterisk Carbon Cell 1, которые производятся в США. Визуально смотрятся очень круто. Рама брейсов стала полностью карбоновая, в отличие от предыдущей модели 3.0, за счет чего они стали легче и компактнее, а соответственно удобнее в ношении. Кстати, вес их составляет всего 454 грамма. Конечно, зависит от размера. Поэтому, если вы впервые видите эту продукцию, рекомендую досмотреть этот обзор до конца. У них достаточно широкий ассортимент, и свою модель вы точно выберете. А жирным бонусом где-то там в видосе ждет промокод на скидку. Приятного просмотра! Данная модель лидирует на рынке продаж брейсов, и вот почему. У данной модели идеальное соответствие размерной сетки. Компания производит защиту как для самых маленьких райдеров, это я про детей и подростков, так и для самых больших, к примеру, для тех, кто любит поприседать в зальчике со штангой. К тому же они являются самыми компактными и легкими брейсами на рынке. Поэтому ответственно подойдите к измерению размера по руководству производителя. Все, кто уже сталкивался с использованием брейсов, понимают, что они предназначены для езды на мотоцикле в эндуро или мотокроссе. И знают, что качественные брейсы защитят ваши суставы от растяжений и скручиваний, в отличие от обычных наколенников бюджетного сегмента. Это определенно тот продукт, который вы ищете. Абсолютно новая рама брейсов выполнена из качественного углеродного волокна карбон, который используется в военных и аэрокосмических промышленностях. В итоге дело дошло до производства Asterisk Carbon Cell 1 с двойным шарниром, которые по праву стали лидером на призовой тумбе в мире мотоспорта. На самом деле про них можно говорить много. Давайте я лучше надену их и покажу, как они работают на ноге. Как вы видите, система шарнира работает в паре с суставом, анатомически повторяя естественные движения при езде. Он как бы имитирует работу вашего сустава. Не сковывают и дают представление, как будто вы вообще едете без них. Надев их, я действительно начал понимать, что защитил себя от жутких выкручиваний и растяжений. Об этом говорит идеальное прилегание и работа шарнира. Если честно, у меня даже мурашки по спине побежали, представив тот момент, когда я в них помчу на мотике. Огромный плюс этих брейсов в том, что вы можете регулировать разгиб своего коленного сустава с помощью таких пластиковых ограничителей, которые идут в комплекте. 10 градусов уже установлены по умолчанию, затем 20 и 30 градусов. И вот, пожалуй, единственное, до чего мне хочется докопаться, так это до них. С виду выглядит жидковато. За эти деньги могли бы что-нибудь пожирнее воткнуть. На предыдущих 3.0 регулировка, конечно, посолиднее. Но это лишь мое мнение и только визуально. На деле никто не жаловался. Что касается креплений к ноге. Здесь мы видим 4 крепежных ремня на липучках по обоим сторонам, которые спроектированы таким образом, чтобы могли пользоваться как мужчины, так и женщины. Производитель также уделил внимание к этим узлам и установил мягкие уплотнители на двух средних ремнях для дополнительного комфорта. Ведь мы знаем, что самая нагруженная область непосредственно за коленом. Важный момент. После приобретения данных брейсов ознакомьтесь с руководством пользователя по правильному надеванию и фиксации ремней. Итак, любая защита колена надевается или примеряется в положении сидя, и строго, чтобы коленный сустав был согнут в 90 градусов. Сперва застегните ремень, который расположен под коленом. Затем нижний. И далее вверх по очереди. Это важно. Перейдем к защите коленной чашечки. Большинство брейсов отличаются громоздкостью в этой области. Здесь же производитель создал особый комфорт. Трехсоставной слайдер выполнен из ударопрочного нейлона 6 класса, который обеспечит надежную защиту вашей коленной чашечки. При всем минимализме вы получаете надежную защиту,
которую вы можете дополнительно отрегулировать этими ремешками для более точного повторения работы вашего колена. Ну и последняя опция, которую имеют данные брейсы. Это ремешок дополнительной фиксации к мотоботам. Ноу-хау в мире защиты коленей. Защита от проворота брейса на ноге, от удара по касательной вы не будете беспокоиться о том, что мотобот останется в одном положении, а брейс уйдет в другое. Простыми словами, они станут одним целым, неким монолитом. Кстати, давайте сделаем анбоксинг и покажу, что идет в комплекте с брейсами. В качественном карабасе, конечно же, новенькие карбоновые астериски. Компрессионные чулки для удобства ношения. Пластиковые ограничители на разгиб 10, 20 и 30 градусов. Ремешки дополнительной фиксации к мотоботам. Дополнительные клепки. Ну и, конечно же, фирмовые наклеечки на мотик, чтобы кенты понимали, кто рядом с ними катает. На этом мы заканчиваем наш обзор. Ну и, как обещал, скидон по промокоду RHR 7,5%. Не экономьте на экипировке, ремонтировать себя куда дороже. Подбирайте экип правильно. Кстати, в этом вам помогут наши менеджеры в любом мотосалоне Rolling Moto по всей стране. Спасибо за внимание, вопросы пишите в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Берегите себя, до новых встреч!